считаю, что это правильное решение выбрать день, в который все добровольцы нашего государства смогут действительно отмечать свой профессиональный праздник. Наконец-то у нас в России появился такой праздник, который мы можем все-таки быть как-то едины, как-то помочь друг другу. Чтобы был определенный день, потому что если ты доброволец, ты доброволец каждый день. И да, этот праздник, он, конечно, приятен, он вызывает определенные положительные эмоции, но даже если бы его не было, то, я думаю, каждый в сердце он бы ощущал вот эту вот причастность к этому, скажем так, движению.